Сегодня Горловка стала свидетелем поистине грандиозного события. Автолюбители нашего города специально к 71-й годовщине Великой Победы организовали автопробег. И прямо сейчас по улицам нашего города движется автоколонна из почти 400 автомобилей, украшенных праздничной символикой. Горловчане тепло и радостно приветствуют участников автопробега, которые, кстати, проедут по улицам не только нашего города, но и города Енакиево. Когда на улице война, но Бог еще не бросил нас.